Болельщики, привет! Это очередной выпуск Торпедо Ньюс, видео, в которых мы собираем важные события из жизни клуба и показываем вам. Кстати, если у вас есть какие-то идеи по поводу того, что мы могли бы добавить в Торпедо Ньюс, пишите в комментариях, мы с большим удовольствием к этому прислушаемся. Ну а пока о том, что предстоит. 23 октября в 7 вечера в Грозном мы сыграем с Ахматом. Ахмат на данный момент занимает в РПЛ 7 место в таблице, у команды из Грозного 20 очков, и она от ЦСКА, например, отстает всего на 5 баллов. Мы на 16 месте, у нас 6 очков. В последнем туре Ахмат обыграл Краснодар 3-2, причем последний третий мяч грозненцы забили уже на последней добавленной минуте. В следующем матче основным... Да, игра не заканчивается, это Олейников бьет издали! Олейников! Ну а мы в последнем туре, к сожалению, проиграли Локомотиву со счетом 0-1. Всего в истории РПЛ мы с Ахматом, который тогда еще назывался Терек, играли 4 раза, и команде из Грозного не проигрывали вообще. 3 раза победили, 1 раз сыграли в ничью. Ничья как раз случилась в последнем на данный момент матче в 2015 году в Москве 0-0. Но в том же сезоне, чуть раньше, в Грозном мы Ахмат обыграли со счетом 1-0. У нас забил Антон Путило, а за Терек тогда еще играл Игорь Лебеденко, который провел в Грозном, в общем, целых 5 лет. Я вчера смотрел хайлайты матча 2014 года. Ты играл там за Терек, еще тогда он назывался. Торпеды в Грозном выиграли 1-0. Ты помнишь тот матч? Да, помню. Торпеда, они хорошо оборонялись. У нас было мало шансов и возможностей. И мы пропустили гол, и игра шла до гола. И мы пропустили, проиграли тогда. Мы так полюбили этот тренажерный зал, что в какой-то определенный момент я понял, что мне это уже мешает. Но была то лишняя мышечная масса, и я поворачивал реально как Боинг, уже как грузовик, да. Ты намного меньше весишь сейчас, чем тогда весил? А сейчас на 4 килограмма меньше. Перед тяжелым выездом, который нам предстоит, предлагаю вспомнить сейчас еще один выездной матч, который прошел в Москве на этой неделе. Воспоминания о нем, благо, приятные. Мы обыграли в Кубке ЦСКА со счетом 1-0. И сейчас в коротком ролике предлагаю посмотреть, как этот матч выглядел с бровки и из-за ворот. Офсайд у Щенникова, совершенно верно. Тут я с тобой соглашусь. Теперь поговорим о торпедовской молодежи. На этой неделе Торпедо 2 обыграл одного из лидеров своей группы в ФНЛ 2, команду Муром, со счетом 1-0. Наши парни идут сейчас на 9-м месте в турнирной таблице. Ю-19
играет со «Спартаком» молодежным, и этот матч на момент записи еще не начался. Вот когда вы уже посмотрите это видео, он завершится, и счет вы увидите где-то здесь, или здесь, или здесь. Ну, в общем, увидите. Что касается нашей академии, то на этих выходных ребята играют со сменой в турнирной таблице. Сводной турнирной таблице летнего первенства Москвы наша академия занимает на данный момент второе место, уступает «Космосу» из Долгопрудного. Ну и в завершении наша традиционная, любимая, надеюсь, вами тоже, рубрика «Кто самый?». Кто ставит худшую музыку в раздевалке? Его уже нет в команде. Самсон. Какую? Ну, это нельзя говорить. А, это «Батька». А какое, например? Безобразное. Артем Самсонов. Какую? Ну, вот это «Мама-мама-мент» газует, что-то там такое. Ой, «Мама-мама-мент» на меня газует. Саня, администратор. А, серьезно? А мне тут говорили два раза уже, что «Батя». «Батя» — это релакс после тренировок. Он не считается. Саня ставит «Доп». Это что? Да, прям перед игрой. Кто ставит худшую музыку в раздевалке? Батя. Худшую музыку батя, наверное. Лапоть ставит очень плохую музыку. А что за музыка? Ты уже третий, кто говорит, что он ставит плохую музыку. Я даже не знаю этих исполнителей, потому что они очень плохие. Они даже в топ-1000, наверное, не попадают в наших чартов. Наших или белорусских? И белорусских тоже получается. Батя. Все, спасибо. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Вперед, торпеда!